Друзья, вы видите, тут стоят крутые Привет. Пацаны, и что-то такое они делают. Сейчас будут меня снимать. У них камера, что Дмитрий. Вот какой канал у вас? Так и называется, Дмитрий Бондарь. Дмитрий. Не такой большой, как у вас, но так. Тоже интересно. Но у вас там именно бизнес, там предпринимательство. Да. Так. Значит, а тут такая штука лежала. А, вот звук писала. Мы не брали, это все наше. Это, да, я права. Друзья, смотрите, что люди творят. Zoom H5 называется. А что это вот слева-справа у нее? Вот эти? А это петлицы, когда вы вешаете wireless микрофоны. Слушайте, впечатляет, друзья. Это мой офис, вы знаете, тут все причиндалы. Сейчас они нас будут снимать. А можно будет потом то, что вы сделаете, к нам перевесить? Конечно, я же все тут есть, да? Поэтому это лучше. Так, а скоро у вас повесится? Да. Через 2 минуты, 5 минут. Нет. Когда готово, когда будет, чтобы на канале. В среду вернусь домой. Так. Сразу начнем. Домой это в Техас. А родом вы откуда? С Киева. Ой, хияны. Хияны. Можем украинское, если уважаете. Ну я как москаль, так пару слов-то могу. Ну вы такой москаль уже, что... Ну у меня жена из Киева, да. Но надо сказать, что она, конечно, имеет больший пассивный запас в украинском. То есть она знает какие слова, которых я никогда не знаю. Но я на своем маленьком запасе могу что-то попытаться сказать, вот, а она сказать не может. Она, если захочет сказать по-украински, она начнет говорить по-английски сразу. 2-3 слова из нее выйдут на украинском, а потом уже сразу на английском. Это вот у многих так бывает. Да, давай ставь синхронизированные эти все. Да. Так. Так вы на жизнь-то чем зарабатываете? Я? Да. У меня достаточно большой образовательный бизнес в России, в Украине и здесь. Я вообще как бы не совсем блогер классическим его понимании. То есть у вас бизнес где-то там за границей, да, а живете вы в Америке? Нет, у меня здесь уже и в Америке бизнес есть. Так что делаете? Ну, educational technology, то есть мы платформу разрабатываем. Даже уже не разрабатываем, а продаем активно по подготовке к GMAT. Ага, вот TOEFL, это, к тестам. Да, то есть это тест-преп, только такой EdTech чистой воды. То есть жить с этого можно, короче? Можно даже достаточно неплохо. Все, отлично. То есть рекомендуете? Рекомендую вложить 100 тысяч долларов в разработку и потом 4-5 лет искать клиентов и возвращать вложенные деньги. То есть, друзья, перспектива. Вот тут мне на днях сказали, что человек говорит, я бы жил в Калифорнии, если бы был либо... бездомным, либо миллионером. А так вот я, значит, где-то там еще. Я со своей стороны думаю, если ты не будешь жить в Калифорнии, как же ты станешь тогда миллионером? Вот эту промежуточную стадию надо же как-то вот... Да. А то ты едешь там и все. Вот так. Вас не тянуло никогда в Калифорнию? Тянуло в 15-м году, потянуло полгода и сказал спасибо, уже все хватит. Сейчас мы синхронизируемся. Так, я 1,60. Я 1,50. Все, друзья, продолжение будет, значит, на канале... Дмитрий Бондарь, и я к нам тоже скину. Давай, я могу...